Три лайфхака для написания статей, особенно для академических журналов. Первое – это новизна. Ваш текст должен включать в себя новое, ранее никем не написанное. Для этого нужно изучить уже существующие материалы и архивы, книги, а также газетные, журнальные и сетевые статьи. И отразить в вашем тексте, что вы изучили их, процитировать, сравнить мнения и, конечно, представить свой взгляд на изученное. Второе. Предмет статьи. Важно не отклоняться сильно в сторону. Если вы пишете про кукушек в лесу, то все остальные птицы, а тем более животные и тем более растения, не должны особо появляться в вашем тексте. В крайнем случае, вы можете сравнить ваших кукушек с другими птицами из этого же леса, либо кукушками другого леса, чтобы показать сходство и различия. А так, только про кукушек. Это и будет сосредоточением на предмете вашего исследования. И третье. Пишите максимально просто. Чем больше человек прячется за терминологию, тем больше показывает то, что он недостаточно силен в теме. Сложное надо объяснять простыми словами. Вот и все. Удачи!